Этим летом в социальных сетях кустанайцы публиковали фотографии и писали комментарии о том, что фонари в некоторых районах города работают днем и отключены по ночам. Это уже как в порядке вещей. Фонари горят в дневное время на многих улицах. И уже не раз поднимали этот вопрос, а толку нет. Да, это точно. Днем горит везде, ночью местами. Пешеходов не видно. Да, так часто. То в потемках едешь по сторонам, смотришь, чтобы пешехода увидеть, а днем горит. В Кустанае 11 тысяч светоточек. Почти все фонарные столбы оборудованы электронными датчиками. Они должны быть запрограммированы на определенное время включения и выключения. Но щит, который управляет этими функциями, не всегда удается расположить в недоступном месте. Об этом рассказали в городском отделе ЖКХ. И это назвали причиной необъяснимых отключений. У нас в городе на сегодняшний день участились случаи, когда люди, которые знают, которые разбираются, могут днем это включить, да, а могут просто-напросто это выключить, мотивируя это тем, что им это уличное освещение мешает. Действительно ли всему виной хулиганы, мы попытались выяснить в департаменте полиции. За период 2019 года со стороны акимата жилищно-коммунального хозяйства либо лично от граждан такие факты не поступали. То есть говорить о том, что непосредственно из хулиганских побуждений был данный щит поврежден, либо произведено его хищение, мы не можем, потому что таких фактов не было. Но вот в прошлые годы случаи хищения щита управления были. В то же время, по мнению сотрудников полиции, хулиганство может быть не единственной причиной сбоя работы уличного освещения. Сбой же настроек он может производиться, это программное обеспечение, какие-то внешние факторы могут повлиять, либо общий сбой какой-то системы произошел. То есть это в совокупности должно устанавливаться. Устранять последствия сразу же у отдела ЖКХ нет возможности. Поэтому об увиденных неполадках они просят сообщать самих жителей. К сожалению, мы не можем возле каждой светоточки или возле каждого щита управления выставить по сотруднику ЖКХ. Такой возможности не имеем. Другое дело, что для удобства наших жителей при акимате города Кустаная организована цифровая 109-я служба. Сотрудники департамента полиции области предупреждают, что за умышленное уничтожение или повреждение электронного щита может грозить ответственность от штрафа в 100 МРП до лишения свободы сроком до 2 лет. Хамза Нурпиисов, Манарбек Касковов, Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.